А так. Разгребать не получается, да? Ты у меня хитра курица, а Лена в тебе еще хитрейша. Вот так. Вот так. Вона б це все мені розполохавала би по всему. Валялась би. А так достаем, нервничаем спокойно. Спокойно нервничаем. И вот там с дырочек достаем корм. Отлично, молодец. Вот это такая куреха. Не в руку такая широкоспина. Хорошая курица. Ну, все, что может достать с дырочки. Вот там ячейка, десь, наверное, 2,5 на 2,5, может 3, даже на 3 сантиметра. Давай, Петька. Так. Так, курятнику. Движуха идет своя. Вот, бачите, Евки пришли. Петька там. Еще курочки там две в гнезде сидят. Что вам, что внизу гнездо поставить? Это ребята сейчас несут кури яйцо. Кури породы брязы, брязгальцы. Французская курица. И покрываются мини-мясными петухами. В результате будете мать красивую курицу, крупную, такую пальву с синими ногами. Вес курицы будет 3 килограмма. Ну, из брязов есть десь 3-3,5. Вот такие курехи есть, я их важила. И яйцо красивое, я показывала, снимала видео. Ну, а сейчас идем делать корма. О, Асенька, водичку пришла пить. Наилась, что-то ты такую вкусную, что водичку пьешь. Вот так, наши брязы. Тут тоже есть петух. Вот с курицами покрывает. Трошки больше петухов сюда, потому что курицы здоровые, петушки мини-мясные, у них ножка коротенькая, а у брязов нога выше. И получается, что им надо прыгнуть и заплитнуть. Кому это удастся? Так что надо, чтобы удалось. Идем, ребята, делать корм, как я вам и говорила, как я вам и обещала показать. Корма, опа-на. Вот еще одна брезиха. Собирая то, что разбросали утки. Утки налегонилися корма. Подивитесь, я вставлю ссылочку в описании. Який корм сделала я именно для курей. А мы сейчас будем делать вот такой корм. Это у меня семечки. Вот, семена подсолнуха. Кукурузная крупа. И головы от забоя перепелов. И также кров. Вот, кров от забоя перепелов. Как они чуют своими носами, что что-то тут есть, да? Тайга пришла. Эта птица забивалась вчера, 8 марта 2023 года, а сама птица инкубировалась 14 января. Забивались молоденькие петушочки, излишки петухов. И тут щось пару-пару курочек. Пару-пару курочек. Це все, ребята, является мясокосна. Мясокосна подкормка. А вот это у нас кровяна добавка. Кровяна добавка. Что, начинаем делать корм? Та же сама. Та же сама терточка. Но уже мы трем капусту. Белокочанная капуста, да есть витамин С. Для оперения очень хорошо. И для яйценосности. Капуста, красота. Так, можно капусту нарезать. Можно листками просто, как я делала по осени и летом. Можно вот так вот натерти. Значит, капуста будет сочным кормом. Корм цей буду делать я большей части, как для перепелов. Именно перепелов тих, які лупилися 14 января. Сьогодні 9 марта. Считайте, там февраль не повний. Так, кров, вона саме швидше портиться. Вона окисляється і портиться. Її треба скармлювати птиці в першу чергу. Якщо її дуже багато, излишки, значить беремо, замораживаємо в морозилку. Оля прийшла кормити собак. Зараз буде трошки ор. Я роблю просто саму масу.
Сейчас добавляю злаков и потом вам показываю. Зерно кукурузы я применяю те, яке я закупила во время уборки урожая. Видео снимала, показывала, яку мы кукурузу получили урожая 2022 года. Один единственный шрот, это шрот подсолнуха, применяю в корме для птицы. Это, можно сказать, и есть витамин Е, масла. По шроте можно корректировать жирность или для молодняка делать там 2,5, 25%, для курных сушек можно 19-17%, для перепелов 17 дуже буде слабый. Вот такие. Я беру цю макуху с частной маслобойни. Маслобойня есть у меня рядышком. Макуха иде, то есть выход уже выходит жарена пряная ароматная олія. Вот, бачите, вот такая она блискучая. Желательно брать, чтобы была свежая, не стара. И пишите мне в комментариях, что вы десь там покупаете вообще измельченную. Вообще измельченная. То, ну, это уже, как геть вот такая геть измельченная, то в ней там ничего полезного нема. То есть, как она вскрылася, окислилася и все. Так, как семечки. Вот даже по самой кукурузе, если для того, чтобы садить кукурузу, она лучше сохраняется в качанах, чем в таком варианте. Тут может быть меньше схожести. Вот тут меньше схожести будет. Так, соевой макухи не применяю вообще. Ее трудно достать. Ее во время уборки может быть, а на весь год ее нема. Так что я даю только вот такую макуху. Эта макуха и увеличивает яйценосность. И есть макуха, и есть размер яйца. Вот. Ну, без макухи невозможно. Невозможно не получить надой от коровы молоко. Не можно получить продуктивную, вот если... И кролики, там тоже им надо вот эта макуха. И птица аналогично, та же самая. Так же самое, как и человеку. Нужны масла, нужны орехи. Без этого не обойтись. Пшеница. Пшеничка. И ячмень. Ячмень. У ячменя есть клетчатка. Она очень нужна для курных сушек. Невеликий процент. Но надо. Больше нельзя давать, потому что будет слабить помет и будет понос. Будет жидкий помет у курей. Пшеница, урожай 2022 года. Пшеница вообще шикарна. Мы закупили ее. Вообще шикарна пшеница. А по ячменю, ребята, еще такого ячменя я никогда не мала в переработке. Ячмень, вот именно 22-го года урожай, он настолько, это, скорее всего, какой-то там есть сорт, что если мы варим даже собакам кашу, там Оля кидает 3 чашечки 200-граммовых, и наваривается такая наразбухша каша, то есть тут не сама шкаралупа, не шелуха, потому что ячменя дуже багато шелухи, а то есть и есть саме от мучка там, то есть внутри, ну, воно не пусте, це зерно. Зерно я закупаю во время уборки и беру на целый год. Я не беру там торбами, відрами, клумачками, не беру. Я беру, мне привозят на целый год зерно, и вот мне хватает. Если я посчитала правильно по ячменю, значит, все нормально, нам достаточно ячменя. Ну, прошлый год не хватило, мы там в людей брали, потом им отдали вот именно зерно. По пшеницы, у меня всегда пшеницы, якось так получается, что предостаточно. А вот по кукурузе, кукурузу бывает, ну, не возьмешь больше, потом кукурузу докармливать уже курей,
перепілов, індейки, гуси приходиться на пшениці. На пшениці я було відео показала предыдущий года, що навіть доходило, що в состав корма тільки 10% входило у нас кукурузи. А тушки, які я різала індюков, це взагалі, наче вони на одній кукурузі сиділи. Хоча я зарані говорила, що в мене на ісході кукуруза.